Добрый день! Сегодня у нас на объекте вот такая вот декоративная штукатурка Антик Декор Макси. Вот, в черном цвете. Сегодня будем наносить мармарин. Перед этим мы прошли грунтом глубокого проникновения. Спустя 2 часа мы прошли кварцевым грунтом. И дали ему высохнуть 12 часов. Сегодня будем делать вот этот вот потолочек. Такая у нас дизайнерская задумка. Ну, способ нанесения простой. Сейчас мы вам это покажем. Наносим на толщину зерна. Вот. Можно чуть толще даже. По плоскости. Вот так. Ровненько. И отрываю долго. Спустя некоторое время, по мере подсыхания материала, мы будем его приглаживать. Так, мы затянули потолок весь. Сейчас, по мере подсыхания, наш материал чуть подсох, будем его приглаживать. Создавать структуру. Вот тут у нас все просто. Сейчас у нас материал почти сухой. Создается такая фактура. Итак, вот наша фактура после приглаживания. Получился вот такой вот мармарин в черном цвете. Еще сохнет местами. Вот. Все просто и красиво. Выбирайте правильные материалы торговой марки Файдаль.